Всем здравствуйте, с вами Данил Котиков, и вы смотрите наш ток-шоу «Кто хочет стать миллионером?». Сегодня у нас в гостях находится народная актриса России, а также жена самого певца Ивана Мишки, Любовь Мишка. Итак, начнем с первого раунда на 100 рублей. Когда появился мультфильм «Капитан Пролин»? Вариант А. 1990 год. Вариант Б. 1991 год. Вариант В. 1992 год. Вариант Г. 1993. Какой вы считаете вариант? У вас есть три подсказки. Права на ошибку, 50 на 50 и звонок вашим друзьям. Я думаю, что это будет 1992 год. Верно. И это правильный ответ. И вы получаете 100 рублей. Спасибо. Но это еще не все. Дальше будет второй раунд на 200 рублей. Итак, наш второй вопрос. Кто был первым президентом России? Итак, на этот вопрос есть четыре варианта. Вариант А. Борис Ельцин. Вариант Б. Владимир Карамурза. Вариант В. Владимир Жириновский. Вариант Г. Геннадий Зюганов. Какой ваш ответ? Вы можете воспользоваться тремя любыми подсказками. Но это можете воспользоваться только один раз. Достаю телефон. Алло. И Ваня, а кто был первым президентом? Ельцин? Хорошо. Был Ельцин. Вариант А. Конечно, это правильный ответ. И вы получаете еще 200 рублей. Спасибо. Итак, теперь следующий вопрос. На 300 рублей. Итак, у нас будет следующий вопрос. Итак, наш вопрос. Когда было начало проекта «Незнайка на Луне»? Итак, наши варианты. Вариант А. 1997 год. Вариант Б. 1999 год. Вариант В. 2001 год. Вариант Г. 2000. Какой ваш вариант? У вас есть еще... Остались у вас только пара подсказок, которые могут вам помочь. Это, например, это помощь из нашей персоны, кто сидит с нами. И в том числе права на ошибку и 50 на 50. А именно права на ошибку. Я выберу права на ошибку. Так, какое вы выбираете? 1997 и 2001 год. Так, судя по нашему... Вы выбрали вариант. Верный ответ является вариант А. Вы выиграли. Вы молодцы. Вы получаете 300 рублей. Спасибо. Так, дальше. Что посмотрим дальше? Ну что ж, теперь следующий вопрос на 500 рублей. Итак, на вас вопросе. Когда была отставка Ельцина? Вариант А. 1999 год. Вариант Б. 1996 год. Вариант В. 1998 год. Вариант Г. 2000. Я помню, что я перевел 1998. Увы, вы выбрали неверный ответ. За это 500 рублей. За это получено 600 рублей, отнимается на 500 рублей. Остается у вас только сотни рублей. И вы выбываете из игры. Помните, дорогие друзья, если хотите участвовать, попробуйте не ошибиться. И голосуйте вместе с нами.
на нашем электронной почте millionersobaka.ortv.ru и просить, если вы хотите присоединиться к нам, введите смс на номер 4-5, введите надпись со словом «миллионер», и вы присоединитесь к нам в игру. Ну что ж, желаю вам всем удачи. Увидимся на следующей неделе. Всем пока!